Организаторами 4-го Всероссийского конгресса промышленной экологии регионов было уделено отдельное внимание вопросам по теме архитектуры территорий в аспекте зеленой экономики. В рамках конгресса состоялась панельная дискуссия, в ходе которой эксперты обсудили актуальные вопросы экологического подхода как источника новых направлений в архитектурной теории и практике, бионическая форма образования зданий и сооружений, природные технологии как путь к устойчивому развитию городов, архитектурные объекты как вторая природа. В целом природы как необходимого условия формирования комфортной среды, повышенную этажность жилых зданий, зеленые архитектуры в условиях Уральского региона, экологичные технологии в архитектуре и строительстве, а также новые подходы в архитектуре и градостроительстве, реновации промышленных территорий и качество жизни горожан. Внимание участников мероприятия кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник УрГХУ Галина Захарова в своем докладе акцентировала на одной из актуальных на сегодня тем для Екатеринбурга – теме экологической составляющей в системе умного города. Напомним, несколько месяцев назад был подписан приказ Министерства строительства и ЖКХ Свердловской области об утверждении проекта «Умный город. Развитие цифрового городского хозяйства». Это очень хорошо, что есть такие приказы, потому что все потом начинают разрабатывать эти технологии. Первая страничка из этого толстого и интересного документа просто показать, как он построен, таблица, где определены показатели, их много. Обратите внимание, самый верхний будет мериться IQ города. Это такой интегрированный показатель, методика еще не утверждена окончательно, но это не просто какое-то измерение, а вот, например, показатель комфортности будет мериться по тому, сколько жителей остается летом в городе, а не уезжает на дачу в деревню. А если в этом городе еще и климат не очень хороший, то этот показатель еще выше. То есть вот такие вот сложные интегрированные показатели, которые сейчас в работе, они сейчас еще не утверждены. Ну и мы видим, что эта программа до 2024 года, мы начинаем с нуля, а в 2024 году все это будет достаточно расти, так как показано в этом документе. Галина Захарова познакомила экспертов с экологической составляющей данного проекта, в котором предполагается развивать автоматизированную интеллектуальную систему экологической безопасности. В свою очередь, доцент кафедры градостроительства и ландшафтной архитектуры УрГХУ Сергей Токарев представил в своем докладе трансформацию системы открытых городских пространств в контексте концепции устойчивого развития на примере Екатеринбурга. В рамках дискуссии экспертами было представлено огромное число интереснейших докладов, в которых они делились своей точкой зрения. Все архитекторы-градостроители считают, что если уплотнять застройку, повышать высотность, то мы сможем сохранить остатки естественной природы, растительности. А если мы будем строить малоэтажное жилье, то мы все застроим, и природы никакой не останется. Я считаю, это глубокое заблуждение. И в нашем архитектурном университете такая концепция не поддерживается. Весь мир пошел по пути децентрализации. Одна Россия держится. Москва – это самый большой муравейник в мире. Тот же Лео Тайкер, главный архитектор Сингапура, говорит, давайте разделим Москву на 3 города, на 3 региона. Уже будет какая-то децентрализация, и уже будет не 1 муравейник, а 3, поменьше. Нет, все равно пошли по пути добавления огромной территории с юго-запада, где есть и природа, и все. И сейчас вся она застраивается и будет застроена. Это называется раскатывание блина в ущерб природному наследию. В решении региональных вопросов по экологии большое значение сегодня приобрела архитектурно-строительная деятельность, с которой также напрямую связано качество жизни людей, считают эксперты. Потому что в зависимости от того, как запланировано благоустройство наших городов, транспортные потоки, размещение мусора, сбор и размещение мусора, зоны рекреации, то есть зоны отдыха. От этого много зависит. А эти проблемы могут решаться только генпланами городов, только правильными, объективными генпланами, неформально выполненными генпланами городов. Вот это я считаю, что на этом конгрессе работал целый круглый стол по этому направлению. Это очень важно и очень правильно. В ходе панельной дискуссии экспертами были подняты болевые точки и существующая проблематика в сфере архитектуры, а также представлены планы решения возникающих задач. Напомним, организатором 4-го Всероссийского конгресса промышленной экологии регионов выступили Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Российский форум Роспромэко и ЗАО «Зелёная долина».